Технострой Олимп. Скидка 5% покупателям с ипотекой. Несмотря на жару, готовимся к очередному простудному сезону. По статистике, первая волна эпидемии гриппа накрывает уже в сентябре. А потому сейчас самое время подумать о прививках. Тем более, что первая партия вакцины уже поступила в клинские поликлиники. Итак, это препарат отечественного производства, называется Савигрип. В его составе новый штамм вируса гриппа типа А. Это так называемый гонконгский грипп, вызывающий тяжелые заболевания легких. Чтобы обезопасить себя от возможных осложнений, прививку нужно сделать заранее. Когда начинается заболеваемость, уже сложно прививаться, потому что вокруг много больных людей. Вакцинироваться можно всем желающим от 18 лет. Противопоказанием к этой вакцине является основной – это аллергия на куриный белок, какое-то острое состояние заболевания, там, допустим, высокая температура, болезненное состояние. В прошлом году вакцинировалось почти 500 000 клинчан, практически каждый второй. Такую же активность ожидают и в этом году. Напоминаем, привиться можно в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо предъявить паспорт и медицинский полис. Перед прививкой обязательный осмотр терапевта. По традиции будут практиковаться и выездные пункты, как в городе, так и на предприятия. Детей будут прививать только с согласия родителей в школах или детских садах. Вакцинация проводится бесплатно.